Грузия моя вторая родина, считает, потому что... Почему? Да потому что я грузин, в общем. В каком процентном соотношении, я так родителей не понял, но, в общем... И в Грузии я люблю бывать. Поэтому, когда мне предложили снять вот такой короткометражный фильм для альманаха в Грузии, то я согласился. Поначалу. Длиннее. Федя, готовы? Короткий метр, короткометражный фильм, он тоже является таким произведением малой формы кинокартины. В этом фильме я попробовал многие те вещи, которые как бы кажутся непринятыми, то есть там какой-то неправильный монтаж, какая-то где-то неправильная съемка там с зумом там или что-то. Ну и как-то для себя понял, что они, как мне кажется, они работают. Вот, и я буду их дальше использовать и идти еще дальше, и как бы когда уже будет такой большой фильм, использовать их еще больше.